начинает путаница. Автомобиль сворачивающий направо. Понимаешь, что ой, блядь! Зеленый то должен быть красный, конечно. Да, они думают, что еще и зеленый, то ему красный. Зеленый. И вот здесь такая ситуация. Блин, скандал. Даже на красный свет не всегда, тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь, с красным светом.
У них этот подъездной путь. Вот это мы на камеру. С собой поделать не способен, не знал я, что ведь я такой не приспособлен, да уж таких как ты. Сейчас какие-то все, потому что блин, это нормально. Все интервью Михаила Миллера слушайте. Руснул.